Они сегодня будут утверждены на закрытом заседании Кабинета министров, которое сейчас началось, после чего оно будет вынесено в зал Верховной Рады на заседание сессии. Я думаю, что они будут приняты, поскольку, увидите сами, поддержка главы крупнейшей фракции блока Порошенко, Луценко, налицо. Премьер-министр Арсен Аваков, я от фракции «Народный фронт». Были приглашены депутаты от других фракций, кто курирует вопросы борьбы с коррупцией и реформы правоохранительных органов. Тоже у всех прекрасные впечатления. Поэтому, я думаю, эти законы будут приняты, вступят в действие, позволят нам реформировать украинскую правоохранительную систему. Сегодня вы видели, в зале находились сотни молодых ребят, которые были отобраны для работы в новой патрульной службе. И именно решение было провести заседание Кабинета министров здесь, для того, чтобы они увидели, что на них смотрит вся страна, что это начало огромной реформы органов внутренних дел. Задача сделать правоохранительные органы Украины не карательной системой, а системой, которая поможет каждому гражданину соблюдать закон и тем самым делать наше общество лучше.